В Твери стартовали всероссийские соревнования по дзюдо памяти мастера спорта международного класса Юлдаша Базарова и первого президента Тверской Федерации Валерия Перминова. В поединках участвуют 440 молодых спортсменов со всей России. Уже в 11-й раз Тверь принимает всероссийские соревнования по дзюдо. На татами в поединках за высшие награды бьются сильнейшие дзюдоисты страны. На этот раз наш город встретил спортсменов из 39 регионов России. Особенность состязаний в том, что возраст участников не превышает 18 лет. Тверская область представлена 73 участниками. Это хороший шанс для наших ребят поучаствовать в таких соревнованиях всероссийского уровня. Надеюсь, что не менее 5 представителей мы увидим уже в составе сборной на первенстве России. Этот ежегодный турнир традиционно собирает большое количество зрителей. Поединки молодых спортсменов проходят сразу на нескольких татами. В каждом весе по 2 человека. Это у нас 17 весовых категорий. Соответственно, в районе 30 спортсменов будут отбираться на Россию. Опыт судейства на соревнованиях такого высокого уровня получает сейчас дзюдоистка Мариам Хушакова. Параллельно с занятиями дзюдо девушка учится оценивать спортивное мастерство своих ровесников. Нужно быть сильнее физически, морально еще и технически, чтобы техника была лучше. Дзюдоистка Ксения Хинчагова 7 лет в этом виде спорта. Главная цель участия в сегодняшнем турнире – выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Это будет огромный шаг для меня. В будущем я хочу пойти учиться на тренера, потому что дзюдо – это образ жизни. И я считаю, что так будет правильно. Всероссийские соревнования по дзюдо – турнир отборочный. Спортсмены, занявшие первые и вторые места, смогут принять участие в первенстве России. Завершающие поединки состоятся в пятницу 22 сентября.